И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия, как обычно, я хочу выразить огромную благодарность всем спонсорам на нашем канале за вашу месячную подписку. Ну что же. Итак, наше путешествие сегодня будет происходить за миллиарды километров от нашей родной планеты Земля, от нашего дома. По просьбам подписчиков в прошлых видео мы продолжаем свое путешествие по различным интересным системам, звездным, планетарным системам, по различным туманностям. В комментариях под прошлыми выпусками видео по Space Engine вы мне советуете и пишете те системы, в которых вы бы хотели, чтобы я отснял наше путешествие. Некоторые системы я поискал в Space Engine, к сожалению, почему-то они не существуют. И в данном видео мы посетим с вами интересную систему, которую, кстати говоря, я ни разу не снимал, и не было никаких путешествий в наших видео. Ну что же. Итак, это R136A. Звезда в звездном скоплении, в эмиссионной туманности NGC 2070. А вся эта красота, обратите внимание, где она может находиться? Это большое Магелланово облако. Да, это большое Магелланово облако. Можно, в принципе, сейчас даже отлететь. Вот оно, большое Магелланово облако. Маленькая галактика, которая соседствует с нашим Млечным Путем. Где-то я здесь наблюдал еще малое Магелланово облако, а вот оно. Но наше путешествие сегодня начнется именно вот в этом звездном скоплении, где находится звезда R136A. Так, ну что же, давайте сейчас, наверное, к ней перелетим. Звезда R136A System. Вы убедитесь сами, насколько это яркая звезда. Относится она к звездам типа Вольфа Рая. Невооруженным глазом, ввиду расстояния 165 миллионов световых лет, конечно же, мы звезду с вами не увидим с Земли. Но окружающее ее скопление в туманности можно найти, в принципе, в телескоп с разрешением 50 крат. Всю эту красоту можно наблюдать только, к сожалению, в южном полушарии или вблизи экватора. Звезда Вольфа Рая. Посмотрите, насколько огромен диаметр системы. Почти 2000 астрономических единиц. Масса 315 масс Солнца. Невероятно. Температура 53 тысячи по Кельвину. Это приблизительно 54-55 тысяч по Цельсию. Звезда испускает столько света, по самым оптимистичным оценкам, до 10 миллионов раз больше, чем Солнце. Вы только представьте. Это невероятная сила данной звезды. Конечно, никаких планет рядом с данной звездой мы, к сожалению, с вами не сможем найти, потому что обитаемая зона звезды располагается приблизительно в 3000 астрономических единиц от нее. И жизнь около этой звезды была бы невозможна из-за чрезвычайно интенсивного ультрафиолетового излучения. К сожалению, да. Повторюсь, яркость этой звезды превосходит яркость Солнца в 8 миллионов раз. И звезда, кстати, порождает сильнейший звездный ветер, что приводит к быстрой потере ее вещества. Так, давайте попробуем немножко отдалиться на то самое расстояние 3000 астрономических единиц.
и найти какую-нибудь звезду, уж явно не типа Вольфа Рая. Вряд ли я, конечно, найду здесь какой-нибудь желтый карлик, красный карлик, не знаю, белую звезду. Мне кажется, что в этой системе здесь преобладают все голубые звезды. Хотя вот есть даже оранжевый гигант. Я так понимаю, что эта звезда, она находится прямо в центре, прямо в сердце большого Магелланова облака. Насколько он огромен... Ну, блин. Если представить, что, допустим, вот это вот R-136A взять... К примеру, голубой гигант, обычный голубой гигант, и, наверное, наше Солнце будет вот такой маленькой точечкой. Вот такой вот маленькой точечкой. Представьте, насколько огромна эта звезда. Так, ну что же, давайте посмотрим. Звезда RSC-8497, здесь опять у нас голубой гигант. Хочется найти какой-нибудь, наверное, вот белый гигант, двойная. Далеко ли она расположена вообще от R-136A, мне интересно знать. Потому что я хочу найти планету рядом с этой звездой, опуститься на ее поверхность и посмотреть на R-136A. Блин, я его, кстати, уже потерял из виду. Вот он, по-моему. Звезда Вольфа Рая. Ага. R-136A. Куда-то я летел, уже, по-моему, перелетел. Ну, ладно, не факт, не суть. Сейчас мы найдем что-нибудь ближайшее. Белая звезда. Что по планетам? Так. Горячая пустынная Терра, в принципе. Холодная озерная Аквария. Можно подлететь к этой планете. Так, опустимся на поверхность, и я хочу посмотреть всю красоту данной системы в Большом Магеллановом облаке прямо с поверхности планеты. Небо, как всегда, фантастически красивое. Невероятное, огромное количество скопления различных звезд, голубых гигантов. Так, Млечный Путь... И R-136A. Будет ли его видно отсюда с поверхности планеты? Да, он выглядит самой яркой точкой на небе. Посмотрите, какой пучок света он испускает, находясь на расстоянии, грубо говоря, 4 световых года. То есть, если наблюдать Альфа Центавру с планеты Земля, то она будет казаться намного меньше, вот маленькой такой точечкой бело-красной, да? И представьте теперь R-136A. К сожалению, ребят, я не нашел в Space Engine систему, которую мне советовали, это, по-моему... GZN-11 или GZN-11. По-моему, это, если я не ошибаюсь, маленькая галактика, которая находится на расстоянии около, наверное, 9000 световых лет, либо больше, не помню. И я не нашел еще какую-то систему. Не помню название. Накидывайте мне в чате, в комментариях побольше различных систем. И самые интересные системы планетарные, различные туманности, планеты будут попадать в наши видео, ребят. Только прошу, пожалуйста... Посмотрите, чтобы они были в поиске. Потому что некоторые объекты, которые мне советуют показать в видео,
их просто нету в Space Engine. То есть в реальности они, да, существуют. Интересная какая планета. Холодноозерная Аквария. По-моему, на планете какие-то минералы или что, газы? Ну ладно, это уж мы, если что, рассмотрим в следующей серии. Посмотрите, это медвежонок, это панда. Два глаза, носик и такой вот небольшой ротик. Так что я жду больше от вас различных интересных систем, которые обязательно я сниму в следующих выпусках по Space Engine. Ну, а на этом, наверное, наше путешествие сегодня закончится. Всем спасибо огромное, кто досмотрел до конца. Впереди нас ждет еще больше новых открытий и увлекательных путешествий в мире Space Engine и в мире Вселенной. Всем огромное спасибо. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. До новых встреч. Новых открытий. Пока.